А как вживались в образ? Постепенно. У меня всегда все происходит очень постепенно. Я не из тех артистов вообще, кто очень хорошо проходит кастинги. Мало того, я шла на кастинг. Кстати, я прохожу кастинги, чтобы вы понимали, никто меня не приглашает, так как звезду приглашенную. У меня здесь номерок, приклеенный на грудь. Я прихожу. Значит, я готовила совершенно другую роль. Там еще есть главная роль тоже, да, каприз. Вот, режиссер Кэти была в восторге, ну, судя по ее реакции. Но она сказала: Настя, у тебя есть там буквально 5 минут, выучи, пожалуйста, другую роль женскую, Рут Монахан, и возвращайся. Ну, я пошла как смогла, выучила, вернулась. И, в общем, дальше ждала 2 недели результатов. И... Так вот, я возвращаюсь к вопросу, не обидно. Мне кажется, девочкам должно быть обидно играть... персонаж, который так гораздо старше, значит, нежели... Так. Я сыграла Флёр де Лис. Да. Я сыграла в мюзикле «Кабаре» Салли Боулс. Да. Я сыграла Аркадину в мюзикле «Чайка». Я сыграла Царевну Забаву в мюзикле «Летучий корабль». Я сыграла Рокси Харт в мюзикле «Чикаго». Я сыграла Лину Ламонт в мюзикле «Поющие под дождем». Сейчас, подождите, что еще? Сейчас я буду играть Аскольду, которая тоже красавица, ледяная ведьма, в мюзикле «Хрустальное сердце». И сколько ей так лет? Так почему же мне не сыграть? Не все молодые достаточно женщины, такие, как сколько мне... Это наоборот, это... Как это потрясающая удача. Разве ваш персонаж, он по возрасту совпадает? Какой? Рут? Рут? Рут как раз-таки нет. Мне 59 да, вот лет. Да, это, вдова, это же круто! Это же необыкновенно круто сыграть возрастную роль. Но опять же, я же не играю в возраст там какой-то. Ей 59. 59 лет женщины тоже по-разному выглядят. Мы прекрасно это знаем все. А и видим, насколько по-разному женщины могут выглядеть в этом вашей возрасте. Вашей маме 61, по-моему. Моей маме, да, она прекрасная красавица. Да, она выглядит, да, очень хорошо. Возраст дает просить, дает мой костюм ниже колен, но она женщина с огоньком. Угу. И у нас все артисты, там так задумано, что все артисты, есть мальчишка, которому там на 7 лет он меня младше, он играет Уоррена, которому 69. Это условность, это же театр, есть грим, все равно есть некая пластика, в которой я существую, подача голосовая, возможно, какая-то другая. Главное, правда, во взаимоотношениях, и тогда уже никто не задумывается. А 37 Настя, она играет 50-летнюю, все очень точно. Настя. Все влюбляются в мою Рут, я могу, в общем-то, с гордостью это заявить.